Здравствуйте, друзья! С вами я, Александр, и в эфире выпуск новостей от производителей смартфонов из Поднебесной. Сегодня в выпуске я расскажу вам о новинке от компании BlackView, защищенном смартфоне BlackView BV9300. Аппарат получил пару интересных фишек. В зависимости от модификации на верхнем торце аппарата может быть установлен либо лазерный дальномер, работающий на дистанции до 40 метров, либо мощный светодиодный фонарь со световым потоком 100 люмен. BlackView 9300 имеет сертифицированную защиту по стандартам IP68 и IP69K и не боится погружения в воду продолжительностью до 30 минут, а также защищен от падений с высоты до 1 метра по стандарту Military STD810H. В аппарате установлен IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+, яркостью 500 нит, плотностью пикселей 391 ppi и частотой дискретизации сенсора 240 Гц. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5, мультитач поддерживает 10 одновременных касаний. Набор камер смартфона включает в себя основной модуль Samsung JN1 на 50 мегапикселей, ультраширокоугольный 8-мегапиксельный модуль с макрорежимом, датчик глубины сцены и фронтальную камеру на 32 мегапикселя с модулем от Samsung GD2. Камера поддерживает усовершенствованный алгоритм обработки ArcSoft 3.0, имеет продвинутый ночной режим, записывает видео в разрешении 2К, в том числе и под водой. За быструю работу BlackView 9300 отвечает процессор от компании MediaTek Helio G99. Имеется 12 ГБ LPDDR4X оперативной физической и 9 ГБ виртуальной памяти, а также встроенный накопитель объемом 256 ГБ стандарта UFS 2.1. Есть поддержка карт памяти до 1 ТБ. Стабильность работы обеспечивает продвинутая система охлаждения из тепловых трубок, силиконовых прокладок и графитовых теплораспределительных наклеек. В смартфоне установлена гигантская батарея емкостью 15 080 мАч. И есть поддержка быстрой зарядки до 33 Вт, которая заряжает этот огромный аккумулятор за 3,5 часа. Имеется также поддержка реверсивной зарядки до 5 Вт для ваших гаджетов. За воспроизведение звука в смартфоне отвечает мощный Smart PA Box Dynamic. BlackView 9300 оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, многофункциональным чипом NFC, назначаемой кнопкой, а спутниковая навигация работает в системах GPS, GLONASS, Baidu и Galileo. Имеется режим работы в перчатках и набор необходимых программных инструментов. Работает аппарат под управлением собственной оболочки DogOS 3.1, основанной на Android 12 версии. Мировая премьера и старт предзаказа смартфона пройдет с 10 по 14 мая на AliExpress. В течение этого времени аппарат будет предлагаться по максимально выгодной цене, которая с учетом скидки составит 16 799 рублей. Положите товар в корзину прямо сейчас, чтобы не пропустить лучшую цену. Все ссылки, как обычно, будут в описании. И, как всегда, друзья, напоминаю вам, что это лишь информация по выходу новой модели. О том, как работает данный аппарат, я смогу рассказать вам только после детального изучения реального образца, если, конечно, компания BlackView захочет прислать мне этот аппарат на обзор. А на сегодня у меня все. До новых встреч, друзья!